Расскажи мне про Кристиана Кельме. Да. Кристиан Кельме, твой сын, он почему не музыкант? Он 3 года занимался в школе на фортепиано, даже у меня записаны дуэты с девочкой. Так. Я его учил играть на гитаре. Но я считаю, что ребенок выбирает сам то, что ему ближе. Вообще, ему повезло, он многим занимался. То, что касается спорта, там, и дзюдо, тэквондо. Угу. Катался на коньках, на горных лыжах, угу, на скутерах. Но выбрал, как ни удивительно, в этом смысле, подводное плавание. У него 5 угу сертификатов. Так. Даже 5-й английский. Но это же не профессия, что значит подводное? Это не, хобби? Ну, это хобби, как, да, как вид. А чем спорта он занимается? Вот, а, то, в жизни? Что, да. А я не скажу, я на самом деле точно не знаю. Я а знаю, вот так вот, ненормальный папа. Я знаю, что у него в комнате стоит 5 мониторов, вот таких больших, вот как у вас на студии. Да. И он сидит за клавиатурой и что-то делает по ночам. Наверное, он разговаривает с миром, с своими друзьями по всему миру. Что они обсуждают, я точно не знаю. То есть ты не живешь интересами ребенка? Вот это вот я. А он не подпускает, правильно делает. А, вот так вот, да? Я не думаю, что он хотел, чтобы я знал его тайны. А я не хочу их знать. Угу. Пусть он идет. Он нашел дорогу, нашел путь. Угу. Он талантливый человек, у него хорошее образование, замечательное. В принципе, фундамент у него полностью есть для адекватно. Ты имеешь в виду материальный фундамент? Да, материальный, да. Ага. Развитие истории. Ну, то есть квартира, машина, там, дача, угу, все это есть. Ну, вот. Все это от папы? От кого? Я не знаю, бывают разные варианты. От папы, конечно. Поэтому, на самом деле, он у меня единственный. Я его очень люблю и желаю ему большого успеха, потому что это продолжение нашей жизни. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале «Москва-24».